канале Высоцкой Татьяны. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию приготовление пиццы из пива. Давайте приступать. Берем пол-литра пива. Мне нравится тесто из пива. Во-первых, оно быстрое. Долго заморачиваться не надо. Пиво пойдет любое. Светлое, темное, какое у вас осталось? Пару ложечек, ну, получается столовая ложка сахара. И пол столовой ложки соли. Добавляем растительное масло. У меня большая ложка. Получается в одной ложке 2 столовые. 4 столовые ложки. Перемешиваем и замешиваем тесто. Муки на пол-литра, пива пойдет, ровно килограмм уйдет. Муку надо просеивать. Тесто получается мягкое. За счет дрожжей, которые находятся в пиве, оно будет не сильно подниматься, но в то же время получается очень тонкое, как настоящая итальянская пицца. Тесто готово практически. Сейчас мы его подмесим и оставляем отдыхать. Пока будем нарезать начинку, пока будем готовить соус. Соус на пиццу я делаю сама. Мне больше нравится. Я не использую кетчуп. Тесто вот мягкое. Сейчас, а сейчас постоит, будет еще мягче. Все, оставляем, чтобы оно отдохнуло. Так, здесь я увариваю соус. Что я делала? Вот буквально ложка растительного масла, пол луковицы пассируется, бросается чеснок. Для вкуса пропассеровали лук, добавили протертые помидоры. Можно целые помидоры в собственном соку взбить с блендером. И все. Посолили, поперчили, добавили базилик. Обязательно базилик вот эту нотку необыкновенную дает. Итальянцы любят, кстати, базилик. Они используют везде. Все, прошло полчаса, тесто готово, оно такое мягкое. Я подмешивала еще один раз его, чтобы было таким гладким. Сейчас начинаем делать пиццу. Приготовили начинки, соус у нас остывает параллельно. Берем противешки наши. У меня вот такие противешки под пиццу. Духовка греется. Приступаем. Так, немножко муки на подсыпку.
Чуть-чуть делаем выше бортики. Потому что когда будет печься, она будет стягиваться. Промазываем соусом нашим замечательным ароматным. Так, одну пиццу мы уже поставили в духовку, вторую я буду делать сырную. Тесто будет чуть-чуть потолще. Взяла побольше кусочек теста. Нам такая больше нравится, когда сырная потолще тесто. И не так тонко раскатываю его. Насыпаем сырок. Здесь у меня три сыра. Пармезан, российский наш сыр и моцарелка. Там Лера стучится в дверь. Наша собака Лерка. Ей очень любопытно, что у нас здесь происходит. Жалко, она к окну еще не подошла. А то бывает и в окно заглянет. Ну, пицца готова. Две первые штуки. С этой порции получается 4 штучки. 4 порции вот такого размера. 4 пиццы. Ставьте лайк, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал.